канале «В мире интересного». И сегодня я хочу с вами заняться черенкованием моей розы, моего гибискуса. Я черенковала где-то в начале марта уже черенковала эту розу. Ну вот сегодня видите, какие большие уже отросточки. Я хочу еще раз почеренковать. А эту я черенковала где-то, наверное, недели 2-3 назад. Вот уже пошли маленькие новые побеги. Эту мы пока трогать сегодня не будем. Это детка от этих роз. А эту мы сегодня будем черенковать. Я приготовила уже вот такие стаканчики. Пока мы посадим сюда. Грунт здесь торфяной, плюс песок, плюс немного лиственной земли. Поставили на маленькую подставочку. И потом мы сделаем парниковый эффект. Так, значит, вот мы начинаем с первого черенка. Оставляем два листика. Вот они, ну, наверное, тут даже можно... Так, раз, два, три. Вот так, три оставим. И обрезаем первый черенок. Вот эти листочки мы удаляем. Оставляем вот эти два листочка. Так, еще один череночек. Так, один, два. Вот здесь мы обрезаем. То же самое, листочки удаляем. Два листочка мы оставили. Так, еще смотрим, что здесь можно обрезать нам. Так, раз, два. Вот будет еще один черенок. Вот так, три. Так, и все. Больше я пока здесь черенковать не буду. Хотя... вот он еще один. Вот этот я еще отрежу, четвертый. Вот так. И в этом году, наверное, уже больше черенковать не буду. Буду дожидаться ее цветения. Так, у нас получилось 4 черенка. Все эти черенки мы обмакиваем в корневин хорошенько. Пролитый грунт, заранее пролитый, чтобы хорошо пропиталось. Вставляем. Где-то на сантиметр-полтора, больше не надо. Вставляем. Вот так. Вот так. И закрываем. До полного укоренения. В этих стаканчиках хорошо будет наблюдаться, есть корешки или нет. Вот так мы закроем. На солнышко ставить не надо. Где-то поставить такое место, чтобы и тепленько было. Холодное место тоже нельзя ставить, чтобы было где-то градуса 22, 23, 25. И все. Здесь маленькие отверстия остаются, чтобы она немножко дышала. Вот так мы прочеренковали наш гибискус. Будем ждать результат. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в гости.